Зарево пожара разорвало ночную тьму на улице Ясной в Сормовском районе. Ярким пламенем полыхнули деревянные сараи. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной охраны, а также наряд полиции. Огонь был настолько сильным, что спасти хозяйственные постройки от уничтожения не удалось. Очевидцы предположили, что причиной возгорания стал поджог. В соседнем Московском районе на улице Просвещенской произошла авария с участием двух отечественных легковушек. На перекрестке врезались друг в друга «Лады Гранта» и «Лады 7-й модели». От удара оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Со слов очевидцев, причина аварии в том, что один водитель не уступил дорогу другому. Еще одна авария с участием транспортных средств произошла на Казанской трассе в районе поселка Запрудное. По предварительной информации, столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Со слов очевидцев, водитель черного авто, который развернуло поперек дороги, получил серьезные увечья, а его пассажирка сломала ногу. Проскочил перед самым носом. В Сарове на перекрестке улиц Зернова и Кирова водитель серебристой иномарки неожиданно решил повернуть налево. Такого маневра водитель другого автомобиля явно не ожидал, но сумел притормозить, так как двигался с небольшой скоростью. Удара избежать удалось, в отличие от выяснения причин того, кто из водителей неправильно ведет себя на дороге.